Лебеди на Днестре среди зимы – привычное явление для жителей Сорок. Всего несколько лет назад здесь была пара птиц. Сейчас на реке зимует целая стая. Экологи объясняют, что в условиях глобального потепления этот феномен становится заурядным. Жители рассказывают, что зимующие на Днестре лебеди стали местной достопримечательностью. Каждый день приходим сюда. Каждый день она уже привыкла. Хлебчик бабуля, идем купим хлебчик и будем кормить лебедей. Красивое, конечно, зрелище. Но если бы их еще и подкармливали со стороны, какие-то зерна давали бы. Винку боятся, сведем. Пришли с парнем посмотреть, что есть у нас в Сороках. Такой красоты, как здесь, нигде не увидишь. Лебеди привыкли к людям и уже не пугаются вспышек фотоаппаратов и телефонов. Такая погода им подходит. Днестр не замерзает, к сожалению. Это связано с изменениями климата, а также с гидроэлектростанцией в Новоднестровске. Все это не идет на пользу Днестру. Птицы остаются только тогда, когда у них есть еда. Они не рассчитывают, что их будут кормить люди. На территории Молдовы встречаются два вида лебедей. Они включены в Красную книгу.